Германия утопает после ливней и таяния снега. Из берегов вышли реки. Наиболее критическая ситуация на Рейне. Как немцы борются со стихией и сколько еще продержится такой высокий уровень воды, узнаем от Татьяны Лагуновой. Затопленные жилые кварталы и барьеры из мешков с песком. Такие кадры приходят сегодня из Дюссельдорфа и Кёльна. Уровень воды в Рейне достиг критической отметки свыше 8 метров и продолжает расти. Судоходство по реке остановлено. Не ходят как грузовые, так и пассажирские корабли. Сейчас уровень воды в Рейне 8 метров 75 сантиметров, и он поднимается в среднем на сантиметр в час. Мы ожидаем, что сегодня будет достигнут максимум, и потом вода пойдет на спад. Наводнение спровоцировал ураган, который пронесся по Германии на прошлой неделе. В стране несколько дней шли сильные дожди, которые привели к повышению уровня воды в реках. И не только в Рейне, но также в Дунае, Мозеле и Сааре. Дома, которые затопило, находятся прямо возле Рейна, в зоне наводнения. Люди, которые в них живут, перебрались на верхние этажи. Мы доставляем им все необходимое. По прогнозам экспертов, вода пойдет на спад через несколько дней, если, конечно, снова не польют дожди. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».